Всем доброго времени суток. Что-то погодка не очень радует. Прохладно, ветерок. Поэтому далеко ездить не стал. Приехал здесь на конец деревни. И немножко попробую чего-нибудь половить. Вечер такой прохладненький какой-то, поганенький. Не пойми чего. Вообще погода скурвилась. Ну попробую. Сначала здесь вот половлю. Потом перейду на тот берег. Возможно, к мосту потом схожу. Ну, посмотрим, что получится. Вот заодно и проверим, стоит ли в такую погоду куда-нибудь вылазить. Или не стоит. Или лучше дома на диване перед телевизором с чашечкой горячего чая. Ну что, пробуем? Придерживает. Кто придерживает? Ну, мамочку надо потяжелее. Рыбка ко дну стоит ближе. Ух ты! О, мелочь разбежалась. Наверное, окунек, что ли? Может, щуканчик? Ага. Что такое было? Так, кого-то я поймал. И этот кто-то у нас окуняра. Окуняра. Значит, можно и в такую погоду выходить. Вдруг что-нибудь клюнет. Фотаем. Беги, красотунчик. Много еще туда. Может, там еще окунек есть. Мальков гоняет. Видно, мальки разбегаются. Значит, где один, там еще должен быть. Не перепугал всю стайку. Ага, да ну нафиг. Еще поймал. Опять окуня. Ну вот. Димка, мне только рыбы нету. Вон там стайка стоит. Ну-ка еще туда. Мормышку потяжелее надо. Все, убежала стайка. Успел двух окушков выхватить. И все, и стайка ушла. Так, еще раз закину, поставлю мормышечку потяжелее. Прохладно что-то. Подойдется маленько. Перевязал мормышку полграмма и поставил ТНТ. О, вон кто там плюхает. 1 дюйм. Посмотрим, может кто-нибудь клюнет. Поиграем с приманками. Посмотрим, что рыбка предпочитает. Какое-то шевеление есть. Пара окуньков-то поймал уже. Сейчас попробуем. Верна ли моя догадка, что надо ближе ко дну ловить. Может, ядовитое что-нибудь поставим. Кислоту какую-нибудь. Может, караси попрут.
Как-то легко я оделся сегодня. Уже, наверное, надо что-нибудь потеплее одевать. Ну где суперокуни-то? Все кончились, что ли? Или все-таки туда надо идти? Смотришь, что не хочет, а? А туда. Ага, что такое было? Подтяжка? Опа! Так. Кого-то зацепили. Кто это у нас тут? Опа! Вот у нас окунёк. Вот такой красотунчик. Ой! Сработала, значит, моя задумочка. ТНТ от атак. 1 дюйм. Беги. О, не зря приехал-то. Несмотря вроде на такую скотскую погодку. Таких-то окуньков на такую снасть ловить приятно. Не горбачи, конечно, но на спиннинг-то до грамма тестом. А я что-то заточился на щуку. Да, может и щука будет. Мормышечка и силиконовая хрень, да? Ну, частенько карасик. По дну ведете, да? В пол воды, когда ближе ко дну. Иногда целенаправленно. Ясно. Ну, у вас мононить, да? Ну, это леска. Ну, обычная леска. Ну, 0,12. 0,12. Спиннинг. Прикольно. До грамма тестом. Кощей называется. И все. Ультралайт. Ну это как он? Мормышинг называется. То есть это специально для вот этих целей, да? Ну. Ловит вот все, что в речке есть, все ловит. Карась ловится и. Не знаю, там щука ловится. Поймал карася. Камеру не включил, блин. Опять на белый силикончик, на танту от Алексея Ушакова. Так что я попонтоваться забыл. Пришли сегодня две вот такие коробушки Мейха Versus Lift Game Case G. Я их тут уже зарядил. Удобная штука такая, всю не кучу всяких с собой таскать пакетиков. Вот от Алексея Ушакова последнее, что он мне присылал сюда, все это утрамбовал. Очень удобно, очень классно. Там две штуки пришли. Между собой соединяются. Вообще вещь. Карман раз. Коробку с мормышками. И пошел. Ну-ка, с полотенки. Тут какие караси есть. Вы здорово поднялось. Бобер тут настроил, блин.
Вот какая плотина. Всю рыбу разогнал, наверное. Так, может, кислоту попробуем. Что я на нее сильно-то не ловлю, а вдруг сработает. Вот такую же танточку сейчас. Наверное, не видно уже нифига. Может, кто-нибудь ее там увидит в темноте. Так. Да, темновато уже. Надо собираться. Сейчас надо на рыбалку часа в 4 выезжать. Я, как обычно, часов в 6-7. Не хочет на кислоту никто клевать. Что за фигня? Она у нас как-то не очень работает. Уж я чего не так делаю. Сейчас еще раз белую поставлю. Может, кто-нибудь отзовется. Все, темно уж, не видать нифига. Зато коробкой попонтуюсь. Виданы, да? Кстати, удобно. Ну, я сам уже нифига не вижу. Еще от рыбы что-то хочу. Да, надо раньше. А то может часа в 3 выезжать. Ладно, попробуем еще раз несколько. И домой.